Всем привет! Крипер 24. Приксонич, помолчите, молодочку. Мы играем. Ты Приксонич. Да? Мы играем в Bad Bar. Я не знал, кто я. Приксонич, точно. И давай отряды, букву F нажимаем. Отряд F. Всё. Идёт поиск. Интересно, за какую команду, блин? Сейчас телепортируем вас в выбор. Bad Wars написано. Сейчас мы... Давай, нажми вот это телепорт. Смотри, а стрелочка. Нажми, подойди, нажми. О, оно само, само. Ну да, оно само вообще телепортирует. Я даже не успел нажать стрелочку. О, опа-да. И сегодня день Святого Николая. Ну, пишите в комментарии, что вам он принес или что вы хотели. А что нам он принес? Сейчас мы начнем игру. А в какой ты? Какая у тебя команда? Не знаю. А что делать надо? А какая у тебя это как карта? А, ну карта вот сокровище. Каких сокровищ? Короче, тут inventory, надо... Тут надо это... защищать крылать. Да? Да. И... О, тут какой-то item shop. Ну, тут пацан. Еще... Ну, какая у тебя карта? Я сейчас посмотрю. Как посмотреть? Блин, у тебя другая карта. У меня какая-то другая. Значит, ты против меня. Нет, у тебя другая карта. Это значит, что ты не в ту игру зашел. А у тебя сколько в команде человек? Ну, не знаю. Ну, посчитай. А, вот, у меня красная команда 4 человека. А у меня тоже 4. Ну, все, ты в какой команде? Ну, смотри, какая у меня карта. Вот такая вот. Вон, посмотри, вот там в окошке. Так, крипер... Красный ты, а? Ну да, я знаю. Я красный, но мы в разных почему. Я не знаю, что это такое. Чушь. Ладно, ты будешь без меня, а я в другую. Я не понял. Давай будем соревноваться, кстати, сегодня. Кто победит в Бэдварс? Да, можно так. А чё я вот это не могу ничего купить? Мне потому что у тебя недостаточно. Это железо собери. Железо. А где его собрать? Ну там же у тебя появляется спавнер железо. Где он? Вот это? Ну падает такие железо. Вот. Team Generator Tire. Это железо падает? Да, это железо. Да, действительно. И ты можешь покупать. Так. Интересно, кто сегодня выиграет? Ну я профессионал в этой игре. Я профессионал. Откуда у нее обсидиан? У нашей девочки просто обсидиан. А мы только начали игру. Обсидиан. У нас какой-то читер в игре. Все, мы победили. Mm-hmm. Перксон еще, у тебя просто нет шанса. Пушес. Я купил два чего-то. Так. Кубика. Кубик? Сказать. Вообще 16 у тебя. И вообще-то это для защиты кровати. Надо было шерсть. Надо было шерсть покупать. Зачем? А вот смотри, кто это враг. Да, это. А там не было блока, надо было. Я убил. Ой, ой, на меня нападает. Блин, я чуть не упал в пропасть. В бездну. У меня, это кстати... мой, смотри, зеленый. Ну да, потому что ты за зеленый. И а вообще, вот. Этими блоками надо защищать кровать. Пусть ее не убили. Ну уже кто-то защитил кровать. Так ты тоже... А я могу сломать блок? Блин, нашу команду сейчас убьют. Нет! Всё. А чё я не могу блоки ломать? Потому что это карта сама. А, вот, могу, смотри. Только которая... Блин, наша команда проиграла. Я заново начну. Такому надо. Ладно. И, кстати, у нас 3 дополнительных жизни. Ага.
если у нас кто-то проиграл. У меня уже две. У меня уже только две. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Да! Исчез кто-то. А, там у тебя драка, видишь? А, да, действительно. Ты за... А кто враг, я не пойму. Вот это? Ну да, красный. Нет, он убежал. Так ты в какой команде? Не знаю. А ты же говорил, то ли в зеленых, то ли в красных. А, ты в красных. Ну, значит, у тебя это... Как... О, я начал игру. Так. Значит, у нас все заново. Так, начинаем все заново. Блин, я так затупил в прошлой игре. Как понять, кто здесь кто? У тебя ж ники у разных людей разными цветами. Смотри, у меня уже осталось мало людей. Тут у тебя кто-то пришел и... У тебя кровать есть, можешь ее застроить, чтоб ее не сломали. Так вот она застроена. Ну застрой, там и дырка есть. Ой, меня кто-то бьет. Ну сейчас тебя убили. У тебя могут... Вот, видишь, там дырка. Надо Ну, вон, там дырка и кровать. Тихо. Надо же блоки купить, чтобы это... Ну да. Ой, меня кто-то бьет, смотри. Покупай. Блин, все. Play again. Вот. Да. Нажимай. Нет, не надо. Нет. Вот, оно тебя телепортирует. Ты начнешь. Блин, у тебя тоже минус одна жизнь. А где я? Чё я не играю до сих пор? Сейчас оно тебя телепортирует. Блин, я упал в бездну. У меня 27 выбоков было. Рюксаныч, Рюксаныч, Рюксаныч. Я за желтую, кстати. Ты начинаешь новую игру. О-о-о. Оу-оу-оу. Потише, потише. Потише, потише, это слово. А где вот эта генерилка чего-то? А, ну у тебя ж 100 есть внизу. Все стоят тут и так. Генерятся. Надо 40 штук подождать, пока упадет. Опа! Так, у меня уже 4 алмаза, я могу прокачать алмазный генератор. Точнее, генератор железа. Блин, я снова упал, черт! Нет. У нас уже первый уровень. У тебя там в чатике люди разговаривают. У тебя колонки включены. У меня 48 уровней. Так, и тут на shift можно бегать. Да? Да. Так, что, я застраивал кровать? Да, застраивал, это самое. Ой, тебе звонит, выключи. Сейчас. Звонит. Зачем выключать? Потому что мешает. Алло. Да. Руси Шойн. Так а ты кроме двух слов ничего не знаешь. Времен не знаешь ничего. И все, две фразы. Че ж ты? И как переводится их либо их? Не выдумывай. Что за жратва? Пусть положи все в морозилку. И все, и забудь. И через 2-3 недели мы встретимся. И... Так в морозилке не пропадет.
Да? Да не надо. Зачем? Ох, может быть. Фриктоныч, Да. Шо? Ух ты, меня кто-то убил. скажи, мы снимаем. Да, мы тут снимаем с Лёшкой видео в блоге. Как это? Ну, мы блогеры, да, на Ютубе. А, вот эту круглую купила? А зачем? И эта штука нужна, да? А где фотки посмотреть из новой лампы? Ты же еще уже купила. А Чазаришь еще не купил. И забыть. Не забирать. Да? А, на предоплату делала. А зачем? Сейчас нельзя предоплаты делать. Кто, Жеки? А, ну да. Они ж сидят там и давай нам деньги. Фриксоныч. Фриксоныч. Да, что ж, я занят. Давай снимать дальше. Так я снимаю, Лёша. Скажи, мы снимаем, не надо мешать. Да никто не мешает. Чему тут мешать? Ой, смотри, бежит кто-то. На меня напал. Да, я вижу. Да, я мочу его. Мочи. А, он меня убил. Ну ты возродишься, ничего. У нас съемки что-то не получается. Не, а у меня есть веб-камера, и я снимаю через веб-камеру. Вот, Лёшка меня заставляет снимать. Там дорого берет. Дешевле такси. 200? 200? Ну, 80 что-то было. Это 160. Понимаешь? Не давай. Да не надо, может ты не надо это все нам, зачем? Так, собираем. Да чё ж нечего, у нас столько еды, что просто мы не знаем, что делать уже. Так. Сварила? Кто? А, да? Что, кровать ломает? Нет. Только нет. Так, все хорошо. Да ну зачем ты будешь так? Какое? Пацаны, ну так не это. Против. Спасибо. Да не надо, ну что ты столько денег тратишь? Куда? Я на следующих выходных схожу. Ой, меня кто-то убил. Блин! Фатя, убивают постоянно. Да. Выживай! Бей! Бей! Мечом, прогоняй! Не могу, Лёшка, что я стою на месте, ничего не происходит. О, теперь происходит. Ну короче, давай на следующей неделе, может, встретимся. Значит, что там у тебя? Кефир, говоришь? Да? Кефир? Алло, алло. 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 Что-то не слышно. Так продолжаем снимать. Лучше
Короче, когда кто-то звонит, не отвечай, потому что мы занимаемся. Четыре динамита было. Меня просто убили с четырем динамита. Блин, Дина, спасибо. Кстати, пришла посылка. Какая? И вообще играешь. Мне кажется, ну, это подарочек пришел. Понятно. Так, не говори, это будет секрет. Следующий это секрет, да. Мы его предоставим в новом видео ролике. А пока можете писать догадки, что же за подарок ждет Алёшу. Это вы точно не угадаете. Это музыкальный инструмент. Подсказка. Нет, это подсказка. И не больше не без подсказок. Да, больше без подсказок. Это нечестно предоставить. И в своих комментариях можете писать, что это за инструмент. А пока что всем пока. Нет, алё, мы, а кто победит, мы стреляем. Играем. Никто не победит. Победила дружба. Алло, нет. Дружба победила, я сказал. Доигрывай, доигрывай. Все, уже что доигрывать. Сдавайся. Уии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 иii Да зачем ты падаешь? Не надо. Зачем ты падаешь? Алло. Ну, чтобы это закончить игру. Зачем? А тут не надо, тут если твою кровать только снесут. Да? Давай, защищай ее, защищай. О, тут надо ее защищать. Тут надо ее защищать. Ты не понимаешь. Да. Так. Блин, у нас еще. У тебя. Блин, нашу кровать сейчас подорвут. Крысы, на! Так, наша а кровать. Я не могу взять этот меч. Ну, меч не меч он тебе в руке. Нету совсем. Все, я выбрал. Эй! Алло, ну не надо. Алло. Так, 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 так. Вот это не надо. Чего? Я думал, мы встретимся. А когда он будет? Скоро уже. Я не знаю. Да, 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 да. Да, 54К. Может и нет. Не, вообще да, да. Был работал вчера. Возможно и сегодня. Хорошо. Ага. 4 алмазика. Ну зачем? Ты зря, конечно. Как обидно. Я стреляю уже. Я лук, лукарь. Господи. Лукарь Вадик. И кстати, тут можно это... прокачивать вот это вот, чтобы железо прокачивать. Оно быстрее, да, падает. Ну да, тут можно его прокачивать. Ну как-то чуваки прокачали. У меня 3 изумруда. Hey Red. Так, он говорит мне Hey Red. Зачем? А зачем? Надо попадать. А ты просто стреляешь. Неудобно. А как же попадать? Ну там сложно попадать. Так, господи, мне одного железка не хватает. Так. 8 изумрудов, следующая алмазка. Он говорит, my bad. I'm tired. У нас Вадик англичан. Нет, это настоящие люди. Да. В Роблоксе все настоящие люди. Ну, можно и потом. Блин, тебя убивают. Меня убил кто-то. Если, блин, у тебя кровать еще есть, кто же выиграет? У нас просто все, у нас попыток больше не будет, если у тебя кровать. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу, чтобы ты проиграл. Конечно, ты плохой. Мы же играем, кто победит. У нас сажень. У меня 7 изумрудов, господи. Я могу уже себе почти ломать. А, он взрывает. Потому что у него, наверное, фаербол. Кстати, у тебя сейчас может не быть кровати. Да, вон он взрывает.
У меня тоже фаерболчик есть. О, а где я? Все, я выиграл, друзья, я выиграл. Yes, Перксоныч проиграл. Yeah. Нет. Нет. Мы не на деньги играем. Да, ну ладно. Ну. И, кстати, мы вам забыли показать, что нам подарил Святой Николай на День Святого Николая. Вот такой вот Эндер Дракон. Эндер Дракон. 56 сантиметров. Мы не знаем, какой такой большой, может, покажи, покажи. Вот. Сюда ближе. Из Майнкрафта. Потому что я люблю Майнкрафт. Вот такой вот. Вот, вот голосуйте за этого дракона. По 10-бальной шкале. Кто, какой он по красоте. Все, всем пока. Пока!